можно видеть далеко-далеко. Вот для улучшения зрения можно смотреть вдаль. Я уже видела медузу большую, и маленьких много, кефаль. Еще какая-то есть рыбка с узким носиком, саргана, что ли. Мужчина-рыбак сказал. Красиво. Я сижу на причале. Всем привет. Вы на моем канале YouTube. Всех приветствую. Привет из Анапы. Сейчас 7:30 местного времени. Как красиво. Очень красиво. Я буду приходить сюда, наверное, каждое утро. Мне нравится здесь тихо, спокойно, и море. Можно и загорать. Часик здесь точно можно побыть. Часик, может, и два. Косичками ходит, мелкая такая, блестки блестят. Вот сейчас не вижу. А то был косячок, два раза здесь проходил. Вот запомнила я кефали. Вон медуза плывет. Одна, вторая. Ой, их там много-много мелких. Прям стайка медуз. Сейчас они проплывут под мостиком, под причалом. Я посмотрю. Чуть не упала. Песок, конечно, здесь, но я не взяла ничего подстелить. Где наши медузики выплывают? Рыбок я уже увидела. Вода здесь зеленая. Там он голубая, здесь зеленая. И может голова закружиться. Там есть бордюр, такая натянутая, шнурок или что-то такое натянутое здесь. Я у моря. Всем привет еще раз, Анапы. Приезжайте, друзья, сюда. Я вон там сидела возле камушков, прямо по курсу, возле круглых таких домов. И видела этот причал, я его вообще почти не видела, у меня зрение не очень. А вот отсюда прям все видно. Да, улучшать зрение, смотреть вдали. Вон корабли, парусники. Я у причала. Всем-всем пока. Доброго времени суток. Доброго здоровья. Подписывайтесь на канал.
Если вам будет интересно, я рада за хорошие комментарии. Ставьте пальчик вверх. Все будет хорошо.